Сотрудница Минтруда и соцразвития Дагестана Ганифа Гаджиева покончила с собой. Напомним, женщина проходила по делу о преступных махинациях своего бывшего начальника, министра Расула Ибрагимова. По версии следствия, в деле были замешаны около 30 человек. Речь о хищениях из бюджета на сумму свыше 600 миллионов рублей. 3 месяца подозреваемая провела в СИЗО, но недавно ее отпустили под домашний арест. В тот же день Гаджиева повесилась. В своей предсмертной записке она объяснила, почему не хочет жить.